Ауджан получили 70 баллов 15 сотых. Вот все, что от 70 и выше, это мы понимаем, да, это, по идее, конечно, пьедестал почета, это топ-уровень. Австрийский дуэт. Интересный австрийский дуэт. Ну, Шуберт тренер. Да, и Северин Кифер. Олимпийский цикл нынешний начали очень хорошо, с 8-го места на чемпионате Европы 2015 года. Там не только 8-е место было важно, там катание у них изменилось. Ну а затем чуть-чуть как-то у них, чуть-чуть так сбавили. Вот позапрошлый сезон был чуть-чуть похуже по результатам. В прошлом году были 9-ми на Европе. Он, конечно, не опускает руки, что добавило бы уровень сложности этой подкрутки. Конечно, это не четвертый уровень. Ну, такая сдержанная подкрутка, такая на исполнение, будем говорить так. Просто на простое исполнение. Тулупчик делает. Смотрите, как легко. Только далеко разъехались, правда? Да, большое расстояние было. Неплохое скольжение у пара. Очень неплохое. И заход на Тодос. Вперед внутрь. А вот руку партнера, конечно, можно было бы поднять. Нет общей линии рук. Здесь, конечно, вот это, не знаю, посчитает судьи, но... Интересно заходит на вращение, на комбинированное. Сложных, рискованных элементов у них остался выброс. Вот сейчас как раз они его будут делать. Выброс, тройной флип. Держит. Делает. Молодец. Легко исполнили поддержку на хорошей скорости. И концовочка. Да, ну такие прокаты, конечно, радуют и тренеров, и спортсменов радуют. Чисто аккуратненькие прокаты. Сумму набрали 3495 за технику. Очень неплохая сумма. А там рядом с Кнутом Шубертом, по-моему, еще мелькнул Александр Кёниг. Мне так показалось, возле бортика. Да, классный прокат. У них в минусовой зоне, вот так вот по ходу, да, и то потом надо смотреть протокол, это может измениться. Оценка чуть-чуть в минусовую зону залезла только подкрутка, да.